В Алматинской области ровесники независимости состязались в трех видах спорта – мини-футболе, настольном теннисе и волейболе. Все 10 сборных прибыли из районов, в их составе госслужащие, военные, учителя и медики. Участники, хотя и не профессиональные спортсмены, продемонстрировали все-таки настоящее мастерство, говорят судьи. Победителя выберут в общекомандном зачете. Организаторы планируют сделать состязания традиционными. Я очень рад, что мы являемся ровесниками независимости, ведь мы родились в год, когда наша страна обрела свой суверенитет. Мы счастливы жить в свободной стране, расти детей и быть полезными родине, на каком бы поприще ни трудились. Принимая участие в этих соревнованиях, мы хотим также внести свой вклад в формирование здорового казахстанского общества. Спартакиада это будет идти в зачет. Вот, каждая команда будет, значит, набирать свои очки, и по итогам трех видов спорта будут определяться, значит, призовые места.